Для тих, хто хоче збалансувати своє життя на всі 100%, наш тренер Лариса покаже вам декілька цікавих вправ. І так переходимо до більш устойчивому балансу. То есть учимся носить себя на руках, держать себя на руках. И для более устойчивого баланса подобные упражнения следует выполнять все-таки в обе стороны с одинаковой выдержкой. Еще один вариант позы журавля или бакасаны. То есть начинаем с асимметричного баланса. Очень важно в стойках на руках изначально выставлять средние пальчики. Локтевой сустав при изгибе всегда движется за или от кончика среднего пальца. Так, чтобы стоять не на руках, а вес тела распределить по мышечной системе всего тела, это, в общем-то, важно. Это тоже следует выполнять обе стороны для более глубокого баланса, устойчивого баланса. И еще такое простое упражнение. Также следует выдерживать каждую позу для того, чтобы понемножку сдвигать предел на одну фазу дыхания больше, чем в предыдущий раз. Обязательно расслабляемся. И заканчиваем наше занятие.